На праздничный стол рекомендую приготовить грудку индейки под клюквенным соусом, запеченную в духовке. Только посмотрите, какая она получается красивая и аппетитная. Подготовьте необходимые продукты. Грудку индейки промойте, обсушите. Лук вымойте, очистите. Грудку разрежьте вдоль, не доходя до края 1 см. Раскройте книжкой. Посыпьте солью, сушеным розмарином, тимьяном и черным свежемолотым перцем. Апельсиновый сок, грушевый сок, клюкву, анис, гвоздику, корицу пробейте блендером до однородности, добавьте крахмал, перемешайте. На сковороде растопите сливочное масло, посерайте измельченный лук до прозрачности. Влейте клюквенную смесь, добавьте сахар, соль и перец по вкусу, доведите до кипения. Клюквенный соус вылейте в форму для запекания, положите грудку, так чтобы мясо не погрузилось полностью в соус. Так грудка при запекании приобретет аппетитную румяную корочку. Добавьте веточку свежего розмарина. Поставьте запекаться в духовку на 40 минут при 200 градусах. Приятного аппетита! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!